Старший сотрудник Кембриджского университета Ширин Акинер поздравляет коллектив «Хабар-24» с 5-летним юбилеем. Постоянный эксперт и зритель нашего телеканала говорит, что с интересом следит за новостями в нашей стране, особенно в это лето, когда Астана принимает международную выставку «Экспо». Рассказывая постоянно о новостях мира и страны, 24 часа в сутки телеканал ставит планку международного уровня. Я считаю, что это чрезвычайно важная цель. Я знаю, что журналистская и графическая подача материалов очень впечатляющая. От всего сердца желаю удачи не только на будущие 5, но и 50 лет.